наши, у нас родители оба репрессированные. Папа 10 лет отсидел, мама 5 лет. Маму привезли с Украины, с Донбасса. А папа Алексеевский. У мамы муж был работник НКВД, его арестовали, потом ее как жену изменника Родины, да. И статья та же. Изменник Родины. Она неграмотная женщина была, даже писать не умела. А папа был председатель колхоза. Ну, сначала расстреливали, потом поменяли. Заменили, он писал кассацию, потом заменили 10 годами. Отсидел. Что еще интересно, спрашивают, ну вот нам платят сейчас потерпевшие от политических репрессий, пострадавшие, да, доплачивают пенсии там немножечко. Я сначала не понимала, почему. Я никогда не чувствовала себя пострадавшей или потерпевшей. А потом повстречалась, ну, на встречах тоже рассказывали из других регионов Советского Союза, здесь же было масса народа. И когда они приехали, дети вот к освободившимся матерям, они рассказывали, что они вынесли. А мы здесь почему не испытывали? Потому что здесь все были такие, как мы. Здесь дети репрессированных, дети сосланных, поляки, немцы, ингуши, татары, все. Чеченцы, да. И мы не могли дразнить друг друга, что ты там сын или дочь там, изменника такое? Родины или что-то, потому что все дети были пострадавшие из семей. Уважаемые соотечественники, 31 мая – день памяти жертв политических репрессий. Это день памяти, и не только памяти, но и трагедии, лично для моей семьи. Потому что в 1937 году, 26 февраля, был арестован мой дед Капан Мухамеджанов, отец моей мамы Розы. В 1938 году его расстреляли в поселке Жаналык, как врага народа. Осталось у него трое детей. Старший сын Анвар, двое дочерей Кульпараш и Роза. Радует нас, что мы сейчас живем в другой стране. Мы строим наш Казахстан. В духе истинной справедливости, где нет места дискриминации, ненависти и насилию, наш нравственный долг – терпеть, беречь духовное наследие то в межнациональной сфере, которое досталось нам. Государство, которое стремится воспитать в молодом поколении толерантность, уважение к людям в памяти предков, никогда не допустит повторения тех ужасов того времени. Мы должны сделать все, чтобы о событиях тех лет знали наши дети – дети наших детей, и чтобы ничего подобного не повторялось.